Семена бальзамина махрового Афина Оранж высаживают на рассаду в феврале-марте, чтобы уже в июле можно было наслаждаться оригинальным оформлением клумб, арок, альпинариев. Эти цветы хорошо растут практически на любых почвах и хорошо соседствуют с различными растениями. Для хорошего развития куста не потребуется много места. Он быстро растущий, с сильным ветвлением стеблей, но занимает минимум места, формируя ровный, красивый шар диаметром около 40-50 см. При посадке в корзины или горшки понадобится еще меньше места, растение быстро заполняет свободное пространство. А новые побеги с яркими махровыми соцветиями аккуратно свешиваются вниз. Бальзамин махровый Афина Оранж – это однолетнее растение высотой 30 см. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Бальзамин прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания бальзамина прекрасно подходит телепица А и открытый грунт. Расцветает бальзамин махровый Афина Оранж в месяцы июль, май, июнь, август, сентябрь, октябрь. Цветок окрашен в оранжевый цвет. Интересные цветы бальзамин могут быть до 4 см. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.